Поедем с самого начала. Мечтал об этом долго. Демидов слава. Все началось тогда небольшим составом. Но главное в стране с орлом двуглавым. Мы искали долго название наше. И вот слово «Армель». Что может быть краше? Очень милый цветок, но сделан из камня. Согласитесь, красиво и звучит рекламно. И вот прошло время, и для нас награда. Мы от Магадана и до Калининграда раскинули свои сети и действуем разумно. И всем очевидно, мы растем шумно. И даже есть герои нашего времени. Знаем, где пшеница и знаем, где плевелы. И начинать здесь просто, всего 3%. А завтра, может быть, станешь ты президентом. Здравствуйте, дорогие друзья! Я попрошу поприветствовать аплодисментами всех гостей, собравшихся в этом зале. Открывая глянцевый журнал, мы видим фото успешных людей. И подавляющее большинство из них начинали свой бизнес с нуля. Какими бы сильными ваши желания ни было, оно не сбудется за одну ночь. А мечта может навсегда остаться только лишь мечтой. Любой человек, вне зависимости от возраста и пола, может начать свое дело. Самое важное – иметь желание, мотивацию и подходящий характер. А этого в наших героинях более чем достаточно. Оказывается, наши героини успешно совмещают карьеру, личностный рост и простое, тихое, женское семейное счастье. Знакомьтесь! Лидеры компании «Армель». Ирина Ашроева. Ирина в компании с 4 апреля 2017 года. Встречаем второго лидера. Екатерина Братко. Громче. Екатерина в компании с 26 июня 2017 года. Знакомимся. Третья представительница лидеров – Любовь Малащенко. Любаша в компании 25 июля 2017 года. Эти девушки ворвались в компанию «Армель» вихрем желания работать, стать успешными и воплотить все мечты в реальность. А потому именно они – лидеры компании «Армель». Почему именно «Армель»? Здесь очень классный продукт, это парфюмерия. Ну, естественно, вторая причина – то, что он молодой. Это успешная действительно компания, которая позволяет всем желающим развиться здесь с нуля. Мне важно, как многодетной маме, дополнительный доход. Конечно, перспективы огромные, колоссальные. Поэтому всех жду, всех научим. Я очень люблю этот бизнес. Я просто кайфую и очень плохо засыпаю по ночам от того, что будет через год, через два в нашем бизнесе. Девочки и мальчики, давайте мозги, глаза, уши все откроем и начнем так работать, чтобы через 3-5 лет просто кайфовать от этой жизни. Спасибо. Наверняка 99% все знают, круг общения, что девчонки сегодня поехали зачем? За автомобилями. Завистников столько появилось. А? Вот бывает вокруг вот такая вот какая-нибудь негативная обстановка, и как вы на нее реагируете? Ну, у меня как бы такой негативной обстановки нет, потому что все это было прогнозируемое событие, то, что я быстренько получу эту машину. Да, Виктория Селезнева? Это мой вышестоящий спонсор. Можно тебя тоже к нам? Вот если бы не она, меня бы здесь не было. Я уже реву. Поэтому завистников как таковых нету. Есть, ну, доброжелатели есть. Потом, как и везде, да. Но я думаю, что все у нас будет круто, хорошо. На радость всем. Да, на радость всем. Конечно, радуются за наши общие успехи. И я говорю, что это только первый автомобиль в нашей команде. Ну, уже и второй с Любой вместе, да. Дальше больше общайтесь с позитивными людьми, давайте всем возможность, и там как песочек мы просеиваем. Наши это правильные люди, нет. И сейчас я приглашаю сюда, к нам, на нашу импровизированную сценическую площадку, Викторию Селезневу. Это наставница наших героинь, их любимый учитель, как мне сказали. Именно с ее легкой руки
Девчонки шаг за шагом поднимаются каждая по своей лесенке. И каждая пишет свою историю в Армель. Сегодня такой важный день, можно сказать, исторический момент. И я очень от всей души вас поздравляю с тем, что вы сегодня здесь присутствуете. Потому что бывают такие события в жизни, на которые ты готов поехать за 3-9 земель, за 1000 километров. Лишь бы этим людям сказать, глядя в глаза, какие они молодцы. На самом деле сегодня пришли ваши друзья, ваши семьи, ваши партнеры. И я горжусь тем, что вы творите эту историю сегодня. И вы вписываете свои имена в историю компании «Армель». И я хочу сказать, что вы звезды мои, вы звезды нашей команды. Вы те люди, на которых мы равняемся, на которых смотрят очень многие, и вы ведете за собой большую толпу людей. И вы знаете, в Голливуде есть такая аллея звезд, да, аллея славы. Я хочу сказать, что вы сегодня вписываете свои имена, и пройдет еще немножко времени, и ваши имена просто станут брендом. Это на самом деле так. Теперь собственная звезда у нас есть у Екатерины Братко, у Любови Малащ. Ну и, конечно же, мировой босс наш Ирина Ашроева. Просто помните о том, что я вас люблю, я вас ценю, я от всей души поздравляю. Я очень рада сегодня, в этот день, быть рядом с вами, видеть ваши счастливые глаза. Поэтому радуйтесь, поздравляйте, и однажды, когда-нибудь у вас наступит такой же потрясающий день. Девочки! Горите сами, зажигайте других, будьте впереди и точка. Нашим девочкам аплодисменты. Ну а мы продолжаем нашу презентацию, и я приглашаю сюда сапфирового лидера Артема Тимофеева. Мы приехали, естественно, тоже не с пустыми руками. Можно вначале вручим замечательные подарки символические с другими нашими вышестоящими спонсорами Алексеем Нестеровым и Ениной Еремеевой. Это подарки от команды города Ейска. Я получил такой же автобонус месяцев 9 назад. И для меня это был момент, когда понимаешь, что компания сейчас развивается просто стремительнейше. Потому что когда я его забирал, я в своей команде, скажем так, был первый. После этого получила еще 3 человека команды. И вот сегодня еще 3. Я хочу пожелать в первую очередь, чтобы через максимум год-полтора мы собрались, возможно, в Новороссийске, возможно, еще где-нибудь, но в не менее хорошем салоне Mercedes, и поздравляли бы вас уже с получением Mercedes'а. Ну, а вам хочу пожелать, чтобы в новом году закрылись все запланированные квалификации. Я хочу пожелать, чтобы это у вас обязательно сбылось. Ну, а, кстати, для такой небольшой мотивации на Mercedes, небольшие такие подарки символические. Да. Чтобы напоминало всегда. Вот. И лидеру команды Ирине Ашроевой еще вот такой небольшой брелок. В новый спасибо, автомобиль. Спасибо. Ой, спасибо. Так. Вот так вот. Еще раз пожелаю максимальных результатов и в этом месяце, и в новом году, чтобы вы всегда были примером для подражания своих партнеров. Ну а сейчас я на нашу импровизированную площадку приглашаю еще одних гостей. Ниночку Еремееву и Алексея Нестерова. Для нас это очень большое событие, это важное событие в нашей команде, когда действительно целых 3 человека... Эти эмоции, они на самом деле очень сильно нас переполняют. Мы рады тому, что еще 3 звездочки получают свои автомобили. Мы с самого начала ждали, чтобы именно в нашем Краснодарском крае появились вот такие вот люди, которые будут с нами вместе, как паровозы в билете, продвигать бренд «Армель», продвигать бренд успешной жизни и доказывать, абсолютно всем доказывать, что успешная мама – это возможно. Мне хочется добавить, что действительно поздравляем, это очень крутой рост. Бизнес на Кубани строить можно. Сейчас здесь уже много лидеров, к которым можно обратиться. Я знаю, что здесь многие люди, может быть, даже все, да, в команде этих людей. И у вас очень мощная поддержка в лице вот этих трех
девушек в лице очень многих лидеров, которые как раз сейчас находятся на Кубани. Все, поздравляю еще раз. Дорогие наши лидеры, я так рада, что вы есть в нашей жизни. Я рада тому, что у нас уже такая большая семья образовалась у нас в Краснодарском крае. Я счастлива вообще и благодарна судьбе, что есть вот такая компания, что есть такие люди, которые здесь собрались. Я вас люблю, обожаю, вы умнички, вы примерище огромное для всех. У вас золотые добрые сердца, у вас такая вот отзывчивость к людям. Вы умницы, люблю и желаю вам, чтобы вы в своих веточках были на автодебютах у своих партнеров. Маргарита Воронина является лидером 25%. И в этом месяце Маргарита Воронина также открыла автопрограмму. И у нас есть еще новая звездочка, которая тоже открыла в этом месяце автопрограмму, у которых мы будем на следующем вручении. Это Светлана Гордиевская. Светочка, выйди сюда. Так что ждем еще сейчас третьего. В этом месяце. До следующего. Вы мега-премьер, вы на самом деле те люди, за которыми идут, и хочется на вас равняться. Я очень благодарна, что у нас такие лидеры, такие партнеры. Говорят, что покупка автомобиля – это праздник. А покупка автомобиля в преддверии Нового года – это праздник вдвойне. И я приглашаю сюда менеджера автосалона, девчонкам ключи от автомобилей. От лица автосалона, от лица отдела продаж компании «Новокар» хотел бы торжественно поздравить трех бизнес-леди. Желаю успехов, желаю продвижений, развивать себя как личность, развивать себя как бизнес-леди. Поздравляю, успехов. И вот... Да. 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 Первый подход. Екатерина. Машина тоже поздравляет. Красивый и быстрый, не сказка, а быль. Вам дарит автосалон Kia Rio автомобиль. Пусть служит вам безотказно всегда. И чтоб бензобак не пустел никогда. Девочки, хочется добавить, чтобы у вас дорога всегда была ровной, а гаишники состояли только из друзей и родственников. И партнеров. И партнеров, хорошо. Спасибо всем вам за то, что... Вы у меня, и вы же все мои. Это они уже после меня. Я вас всех очень люблю, работайте, трудитесь, и все это будет. Это все реально, девчонки, это и мальчишки, ничто, это вот, ну все же классно. Ну я, во-первых, хочу поздравить своего любимого наставника Ирину Ашроеву с получением автобонуса от компании «Армен» мировому лидеру. Люба Малащенко. Это душа, энергия, это огонь нашей команды. Ребята, это нечто, это лидер с большой буквы. Люба, я тебя очень люблю и поздравляю. Спасибо, дорогие мои вышестоящие наставники, мои партнеры, мои будущие лидеры, все, кто здесь присутствует. Я даю вам слово. Вы будете лидерами. Я очень благодарна каждому из сегодня присутствующих. Спасибо, что вы нашли время. Я благодарна своим вышестоящим наставникам. Это Света Гордиевская. Я благодарна очень Екатерине Братко за видение в этом бизнесе, за те эмоции, поддержку. Я благодарна Ирине Шроевой за наставничество. За ремнем.
Я очень сильно благодарна Вике Селезневой. Это человек, который уделил сегодня время, бросил свою семью. Поэтому, ребят, спасибо вам за все. Ладно. Все, спасибо. Вдохновляйтесь радостью и любовью. Посмотрите на девочек, посмотрите, как горят их глаза. Я желаю вам, чтобы у вас тоже загорелись глаза, глядя на их пример. Всегда находите время заниматься тем, что приносит радость, даже если это кому-то кажется глупым и незаслуживающим внимания. Верьте себе, и успех не заставит себя ждать. Мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу, мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Нет мечты, их нельзя измерить. И друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый в своем деле. Мы знаем.